трубы апокалипсиса в канадской провинции. Жительнице города Террес удалось зафиксировать необъяснимое явление, которое шокировало весь мир. Этот чудовищный звук оглушил людей в 7:30 утра. По словам очевидцев, он был настолько интенсивным, что в оконных рамах дрожали стекла. Особо впечатлительные граждане тут же заговорили об ангельских трубах и конце света. Ученые стали искать физические причины. Техногенные версии отпали в первую очередь. В городе Террес нет ни заводов, ни других масштабных промышленных объектов. По словам очевидцев, грохот обрушился на землю буквально с небес. По одной из версий, это редчайшее природное явление, связанное с изменениями в магнитном поле планеты. Но точных объяснений специалисты по-прежнему дать не в состоянии.